Приветствую, ребята. Самый важный патч выходит 9, как я понимаю, числа в Аркнайте. Это пока насчет 9 числа не точно, но плюс-минус на следующей неделе. Заговорю сразу, вы его недостойны. Я его недостоин. Никто не достоин этой новости, потому что она из ряда вон выходящая. Мы не верили, что когда-нибудь это произойдет, потому что это же Аркнайт. Как там это возможно? Тем не менее, мы недостойные этого, без сомнения, всех случаев за себя скажу точно, я недостоин этой великой щедрости. Наконец-то получили кнопку в Аркнайте собрать все. Знаете, в этот момент, когда я узнал, что выходит эта вот новость, кнопка вот эта вот, я просто встал на колени в сторону Китая и поклонился. Поклонился, потому что два года мы надеялись, мы скромно лелеяли тонкую мечту. Ах, вот когда-нибудь бы эта кнопка вышла бы, и наконец-то все-таки мы ее получили. Какая радость и счастье. 4 часа назад, как видите, вот на экране у нас вышла новость о том, что вот new function. На Китае она где-то уже вроде полгода или типа того. Они, так сказать, радовались, и у них все было отлично, и все безоблачная просто обыденность, а у нас вот серые тяжелые будни были без этой кнопки собрать все. Если посмотреть здесь вот в увеличении, мы видим кнопки дейликов, викликов и компан миссионс, ну, которые от прохождения сюжета появляются. Собрать все. Без подгрузок, без там еще чего-то там. Просто нажимаешь на одну кнопку, и все собирается. Мне кажется, слишком рано. Мне кажется, нужно было потянуть еще побольше, потому что слишком эта кнопка важна, слишком хорошо. В некоторых ивентах она была до этого, в некоторых не была. То есть определить, по какому критерию эта кнопка в принципе появлялась, мы не могли. Она на каком-то ивенте могла появиться, а на каком-то не могла, на большинстве не было. Но, по-моему, на рогалике она была или еще где-то. Но где-то точно не появлялись. На каком-то ивенте помнится, кнопка была на фоне, ну, короче, оранжевый фон, оранжевая кнопка, и ты типа как бы мог ее видеть, а ты ее не видел, потому что ее как бы там и не было, но она там была. Вот такие вот безумные вещи происходили с этой кнопкой. Возможно, теперь лелею скромную мечту, что все-таки в ивентах тоже появится эта кнопка на постоянку. Но, честно говоря, может быть, в новых, которые только в Китае будут выходить, может быть, в них она появится, и у нас, вот, в конце концов, тоже будет. Но я все-таки думаю, что все-таки стоит нам организовать петицию, слишком хорошая новость. Может быть, все-таки оставим эту кнопку, как думаете, ребята, как эксклюзив для Китая все-таки. Ну, Китай, курица, несущая золотые яйца, китайский сервер, Аркнайт все-таки. Может быть, им оставить эту кнопку? Все-таки как-то вот слишком рановато нам вот подобный актив вводится. Как-то не по сеньке шапка, как мне думается. Не знаю. Но в любом случае, каждый раз, когда вы теперь будете идти по улице или там, не знаю, вставать вот там с постели, вот вы определите, где там от вас Китай находится, вы должны с благодарной улыбкой в ту сторону посмотреть, потому что, ну, как бы, ребята, но кнопка Collect All. То, что в принципе вообще должно было быть в базовом функционале, но да, нас решили порадовать сейчас, через 2 года после начала игры. Спасибо большое. Но тут хотя бы не так все мерзенько было, как в некоторых играх. Например, я этот Онг-Ин недавно первый взгляд был, и там настоящая жесть была. Там ты каждый раз нажимаешь кнопку Collect, ну, Collect-All, конечно же, нету. Нажимаешь Collect, и у тебя подгрузка, потом появляется окошечко, ты нажимаешь ОК, а потом еще раз Collect. Это была настоящая пытка, это было тяжело, это было невыносимо. Рад, что здесь этой чертовщины нету, надеюсь. Ну, в любом случае, даже если будет какая-то подгрузка, в любом случае, это будет все собрать можно сразу. Вот такие вот новости. 9 числа этот патч по предварительным новостям выходит. 9 числа нужно будет перекачать игру, так что постарайтесь привязать свой аккаунт до этого времени, потому что всякое может быть с этими установками с Google Play и прочее, там переустановки, ну, сами знаете. Большая активность. Все, пока что англоязычный твиттер молчит насчет еще каких-то блатных вещей. Они только эту новость решили, но они понимают, что эта новость будет как просто разорвавшийся снаряд просто. Тут вот внизу ребята, вы, наверное, не видите, вот сейчас покажу. Вот, они не верят, что это может произойти. Буквально там за всего ничего новости 5000 почти отметок нравится собрали за 4 часа, с ума сойти. Твитов почти 1000, люди пишут, ура, счастье, радость, нифига себе, yes, finally. То есть народ в шоке, народ даже поверить не мог, что такая активность, в принципе, мемы, которые, кстати, Твиттер скоро запретит. Вот такие вот заковыки, все, что он рассказал. Пишите свои мысли по данному вопросу, считаете ли вы это самым важным патчем за всю историю Аркнайтса. Всего хорошего, до новых встреч, пока-пока.